повыше как-то, да? Пожалуйста. Вот так без страховки Долорес Запашная летит под куполом циркового училища в свои 80 лет на той самой арене, где сдавала выпускные экзамены. Вот с этим номером выпускались из училища, как раз вот в этом зале. Вот мы три девочки выпускались. Начиналось с воздушной акробатики, а потом в номерах появились животные – лошади, тигры, слоны. И гастроли по всему миру. Вместе с мужем Мстиславом Запашным Долорес открыла новый жанр – гротеск-наездники. Дрессировщиком тоже была, а также иллюзионистом, и первая среди цирковых артистов вышла на арену в бикини. Я сама нашила себе платье шикарное, но придумала все, в общем-то, сама, потому что там же от длинного в иллюзии Мари Стюарт Воротник я раздевалась до бикини вот так, и потом опять одевалась так повыше, и потом длинная со шлейфом у меня красивая была. Сегодня, как и всегда, держит осанку, следит за походкой и распорядком дня. У заслуженной артистки он начинается в 6 утра. Зарядку делаете каждый день? Иногда, когда не очень лень, делаю. Ну, такую, не то что там, так, немножко, чуть-чуть. Пресс покачать, вот, размяться немножко. Потом к своим любимым артистам-медведям. Новая программа, новые трюки. Скучать ей некогда, даже если очень трудно. Устал, не устал, что-то надо делать, значит, не можешь же ты расслабиться и сказать, я не могу, я буду спать. Поэтому собираешься, говоришь, надо. Любимое увлечение – собирать мягкие игрушки, посуду с изображением животных и строить планы на будущее за чашкой кофе с пирожным. Сахар, сливки, сырный торт вы едите, да? С удовольствием. Все ест, абсолютно все. Даже и пьет то, что горит. Вот так подшучивают друг над другом. Василий Пархун и Долорес познакомились в цирке 22 года назад. За все это время, утверждают, ни разу не ссорились. Мы же два овна. Один знак зодиака у нас. Мы, наверное, рогами запутались. И никак не можем распутаться. Работают вместе, оба легки на подъем. Ну, для нас дом как тюрьма. Люди не понимают этого. Вот, ну как это можно всю жизнь ездить, вот это движение? Может, потому она и такая? Сегодня Долорес Запашной исполняется 80. Прекрасный юбилей. И как не позавидовать ее красоте, оптимизму и энергичности? Карина Макарян, Андрей Иванов, Виктор Намунко, Первый канал.